Еще одна патриотическая акция проходит в Тюмени. Почтовая станция «Спасибо ветеранам». В ней уже приняли участие около 20 организаций и образовательных учреждений. Так, в 69-й школе дети вместе с родителями принесли подарки и поздравительные письма для ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтеры доставляют посылки на специальном «Спасибо мобиле». В основном это продуктовые наборы, но есть и теплые носки, есть варежки, есть даже там какие-то такие футболки теплые. Мы думаем, что это нужное дело. И для наших детей в рамках патриотического воспитания это, наверное, самое важное – помнить то прошлое, которое у нас было. Стать участником благотворительной акции может каждый. Достаточно позвонить в областной геронтологический центр, и «Спасибо мобиль» приедет за подарками для ветеранов. Акция будет проходить до 20 мая.